Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. План продажи городской собственности в Кирове не выполнили даже на 2%. 6 миллионов из заявленных 334 распродал город имущество в прошлом году. В департаменте муниципальной собственности города пояснили, что это связано с тем, что объекты, выставленные на продажу, поздно оценили и часто цена была завышена. Занимались этим иногородние компании, специалисты которых не могут адекватно оценить здания и помещения. Теперь чиновники обещают изменить подход и не принимать оценку, если она, по их мнению, завышена. Они уверены, что программу приватизации на 2020 год выполнят. Правда, к середине года продан один объект стоимостью 1 миллион, а в плане на год продажи недвижимости на 32 миллиона. Программа «Экономика». Меньше недели осталось у предпринимателей, чтобы просить субсидии на выплату 12 тысяч рублей на сотрудника, можно заявиться до конца мая. Эти деньги выплачивает федеральный бюджет организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в пострадавших от распространения коронавируса отраслях, напоминает в УФНС. В Кировской области таких 15 тысяч, в общей сложности они могут рассчитывать на 500 000 000 рублей. Сейчас за деньгами обратилось почти 9 тысяч налогоплательщиков, они запрашивают 316 миллионов, выплачено 300. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Работа любого предприятия в Кировской области в условиях угрозы коронавируса влечет дополнительные обязательства по дезинфекции помещений. Важно, чтобы дезинфицирующие средства были нетоксичными, безвредными для дыхательных путей и не имели запаха. Такое средство, созданное, как рекомендует Роспотребнадзор, на основе перекиси водорода, предлагает компания «Химвей», официальный представитель белорусского производителя. Средство имеет доказанную вирулицидную активность, полностью биоразлагаемо. Не содержит хлора, альдегидов, фенолов и производных. Его можно использовать в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в местах постоянного присутствия людей. «Химвей» обеспечит ваше предприятие дезинфицирующими средствами для уборки промышленных и торговых помещений. Подробности и заказ на сайте himvey.ru. ООО «Химвей», ОГРН 119-43-50-01-31-86, юридический адрес Киров, Карла Липнихта, 67. Программа «Экономика» на 101 FM.